Сухая и ветреная погода только продолжает усугублять положение лесных пожаров Якутии. Какие меры принимают огнеборцы, в сюжете Виталия Абрамова. По последним данным, на территории республики зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади более 42 тысяч гектар, из которой 90% приходится на Вилюйский улус. Все основные силы брошены на борьбу именно с этими крупными пожарами. Последние дни также прошли очень большие грозы по западной Якутии, по Вилюйской группе районов, по центральной группе районов. И ежегодно мы выявляем также авиамониторингом порядка 3-4 новых лесных пожаров. Поэтому работа продолжается. По прогнозам синоптиков, такая погода будет стоять практически до середины августа. К сожалению, из-за отсутствия соответствующей облачности, которую можно обработать, самолет, с помощью которого вызывают искусственные осадки, перебазировался в район постоянной дислокации. В настоящий момент огонь с воздуха тушит авиация МЧС. Самолет-амфибия Б-200 ЧС, а также вертолет Ми-8 МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра с водосливным устройством. За сутки выполнено более 40 сбросов воды в очаги горения и более 250 тонн объемом огнетушащего вещества. Кроме того, применяется и беспилотная авиация, которая благодаря инфракрасным камерам помогает координировать силы в густом дыму. Если вот вертолет и самолет летает, да, они не увидят вот хромко лесных пожаров, потому что там весь дым отсюда, да? Вот, а вот по беспилотнику можно увидеть, потому что у нее тепловизор есть. Вот. Там хорошо видно очаги пожара. Но несмотря на все, людей, борющихся с огненной стихией, не хватает. И лесники просят местных жителей о помощи. Кто хочет помочь тушению лесных пожаров, просим обратиться в Вилюйское лесничество, а также ИДДС Вилюйского района. При себе также иметь спальный мешок, средства от укусов насекомых, ну и соответствующую одежду и лопату. СНИЛС, ИНН и копию паспорта, ну, чтобы возможно было подписать договор и оплата прошла. Необходимо добавить, что за день работы, там порядка 10-12 часов работают ежедневно мобилизованные лица, проплачивается за день где-то порядка 2300 рублей. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК СХ, Якутск.